Харьков. Вчера 600-й день войны. Войны Украины с самым подлым, самым коварным врагом 21 века, с путинско-фашистской Россией. За эти 600 дней Украина развеяла миф о непобедимости путинско-фашистской армии, похоронила план кремлевского фюрера Путина о захвате Украины за 3 дня. И Украина воюет смело, самоотверженно, мужественно за свою свободу, за свою независимость, за своих родных и близких. Потому она победит. Украина ведет справедливую войну. А за что ж воюет фашистская Россия? За то, чтобы ограбить Украину, спереть унитаз, спереть холодильник. Неизвестно за что. Кремлевские телегеббельсы постоянно вещают, что Украина нищая, коррумпированная. Но неужели бы фюрер Путин нападал на нищую, коррумпированную страну? Задержи ее потом. Именно потому, что Украина жила лучше, комфортнее. Вот потому фюрер Путин и пожелал ее захватить, чтобы опустить до своего уровня. Но обломал осколки своих гнилых клыков о нас, о нашу страну, о мужество наших людей. Мы победим.